Здравствуйте! Вы смотрите программу журналистских расследований «Схемы». Это совместный проект украинской редакции «Радио Свобода» и телеканала «ЮА Перший». Меня зовут Наталья Седлецка. Павел Фукс еще недавно российский бизнесмен, известный в Москве застройщик, а теперь украинский предприниматель. Перебрался в Киев и, как сам говорит, получил украинский паспорт. За короткий период его имя всплывало в ряде журналистских расследований, а чуть ли не массовой скупки украинских активов. Кто дал зеленый свет вчерашнему россиянину на вхождение в рейтинге самых богатых людей Украины? Ведь история показывает, что в нашем государстве без влиятельных друзей и пропусков в высокие кабинеты олигархам еще не становился никто. Расследование Михаила Ткача. «22 ноября 2017 года. Аэропорт Борисполь. Только что здесь совершил посадку частный самолет «Гольфстрим G-280» с бортовым номером VPCVH. Борт, прилетевший из Женевы, Швейцария, принадлежит народному депутату Украины, сопредседателю депутатской группы «Партия Возрождения» Виталию Хомутыннику. Возле зала официальных делегаций аэропорта охранники и полицейские с автоматами. Через несколько минут видим, что прилетел Хомутынник компании Михаила Бакуненко, бывшего заместителя председателя правления полугосударственной компании «Укрнафта», а в настоящее время председателя правления частной газодобывающей компании «Укрнафтобурение». Вместе с ним российский бизнесмен Павел Фукс. Что связывает этих трех людей? Что вас связывает с господином Хомутынником и господином Бакуненко? Вы 22 ноября из Женевы прилетели вместе с ними на самолете господина Хомутынника. С Хомутынником, вы же знаете, мы товарищи, общаемся. Так как он харьковчанин сейчас стал, новый. Да. Поэтому мы дружим, да. Я как бы почетный гражданин, вы знаете. Города Харькова, да. Ну, мы дружим. А господина Бакуненко? Михаила Бакуненко знаю, да, знаю. А с ним вас связывают какие-то бизнес-проекты? Не повязывайте. То есть вы просто летели, потому что вы дружите? В каких-то приятельских справах? Ну, конечно, да, удобно просто было, да. То есть никаких интересов и проектов с господином Фуксом у вас нет? Немає, вы ніяких проектів також немає. Алло. Я же вам сказал, что у меня с ним товарищеские отношения, в основном связаны с Харьковщиной. А с господином Бакуненко? С «Укрнафтобурения» есть какие-то отношения? Какие-то сунок. Сейчас я вспомню, это кто? Михаил Бакуненко, председатель правления «Укрнафтобурения». Мы же там какие-то, по-моему, даже там акционеры, я не знаю, надо проверить. Во-первых, у меня с ними там сугубо приятельские отношения. Есть некие, но не знаю, что же деловые отношения. Иногда главу я продаю газ там его структурам. Я, как вы знаете, генеральный директор компании, иногда продаю газ. Других у меня деловых отношений с ними нет. 5 декабря 2017 года. Улица Институтская. Автомобили, которыми пользуется бизнесмен Павел Фукс, подъезжают к одному из ресторанов. Возле этого ресторана уже стоят автомобили, на которых ездит народный депутат от блока Петра Порошенко Александр Грановский, которого называют неофициальным куратором судебной власти и органов прокуратуры, и машина юриста Виктора Барсука, который сотрудничает с Грановским. Бизнесмен Фукс покидает заведение через полчаса.
позже оттуда же выходят народный депутат Александр Грановский. И юрист Виктор Борсук. 23:30. Боковой заезд в администрацию президента. Здесь у бокового заезда дежурит президентская охрана. А в нескольких метрах от заезда стоят авто, которыми пользуется бизнесмен Павел Фукс. 6 декабря, полночь. Из арки выезжает служебный ленд-крузер. А вот и человек, похожий на бизнесмена Фукса, возвращается в свой автомобиль. Служебный ленд-крузер с номерными знаками прикрытия разворачивается и возвращается в арку. Через 20 минут, через этот самый выезд, покидает администрацию и сам президент Порошенко. По телефону Павел Фукс сначала утверждает, что не был в администрации президента. С кем вы там встречались? Мы сняли... С кем вы там встречались и какие вопросы решали? Это, наверное, какая-то ошибка. Не знаю, ну, может, если вы видели там, я не знаю, может, на моей машине, я не знаю. Я был в ресторане, может, в этом итальянском там, а где именно? Нет, ресторан в другом месте находится. В Боте находится. Далее говорит, что не помнит. Какого числа? Это было ночью, 6 декабря. Я сейчас вспомню, я вам перезвоню. Затем предполагает, что мог быть за границей. Вы уверены? Может, у меня не было в это время в Украине? Нет, мы конкретно вас снимали на камеру, вы были в бейсболке. Может, это не я был, брат мой? А покажите фотографию. Это были точно вы. Точно? 306, это была ваша машина. Я вычекал на вас. 306, да, это не моя активка, я не пользуюсь. Но в конце концов вспоминает, что в тот же вечер он все-таки был в том же ресторане, где находился народный депутат Грановский. А перед этим вы встречались с господином Грановским и господином Барсуком на улице Институтской в ресторане, а потом поехали в администрацию президента. Поехали до администрации президента. Я там был, где вы сказали. Это где цветочный магазин на первом этаже? Угу. Да. Встречались с господином Грановским и господином Барсуком? Нет, я их видел, но я с ними не встречал. А кто такой пан Барсук? Юрист. Не знаю, Грановского. Там был Грановский, когда день рождения, там было 10 человек, я не знаю. Угу. То есть вы там не встречались? Нет, я поздоровался, я сидел, мне там время нужно было мне подкоротить, я сидел там, ждал. Угу. Впрочем, Фукс так и не смог вспомнить, посещал ли он администрацию президента после этого. Я вот по поводу АП не помню, если честно. Я вам обязательно перезвоню и скажу, я сейчас вспомню. Угу. Я просто, мне надо посмотреть, был я или нет. А вы часто бываете в администрации президента? Не помните? Не бываю. Часто не бываю. Но у меня, по-моему, в это время не было. Я просто думал, может, вы меня с кем-то спутали. Мы направили запрос в администрацию президента, чтобы уточнить, с кем и с какой целью встречался там бизнесмен Павел Фукс. Сведения о посетителях администрации президента Украины содержат персональные данные, которые отнесены к информации с ограниченным доступом. Руководитель аппарата администрации президента Украины. Также мы спросили у депутата Грановского, что его связывает с бизнесменом Фуксом. Павла Фукса я знаю очень много лет. Нас не связывают с ним бизнес-отношения, равно как с другими людьми. Павел Фукс и я являемся достаточно активными членами еврейского общества Украины. На Институтской с Фуксом я также ничего не обсуждал. 6 декабря, Министерство внутренних дел, 17:50.
бокового заезда в министерство стоят автомобили сопровождения народного депутата Александра Грановского и бизнесмена Павла Фукса. Еще вчера вечером Павел Фукс находился в одном ресторане с нардепом Грановским. В тот же вечер автомобили ждали бизнесмена у бокового заезда в администрацию президента. А уже сегодня, похоже, Фукс и Грановский одновременно посещают МВД. 18:24. Через полчаса ожидания закрытую территорию министерства сначала покидает внедорожник, которым пользуется депутат Грановский. Через 17 секунд территорию министерства покидает «Мерседес», которым пользуется бизнесмен Павел Фукс. Фукс убеждает, что был в министерстве по частным делам. Одновременно выехали вы и депутат Грановский. Выехал депутат Грановский. А, я не в курсе, не знаю. С Грановским точно я не встречался там. Угу. Я его знаю как бы хорошо, я с ним в МВД не встречался. Угу. А с кем вы встречались в МВД 6 декабря вечером? Вечере. А какая разница? Ну, министр... Это было, тут ничего не могу сказать. Я там был, да. Угу. Это МВД, нам интересно, ведь это публичная информация. Публичная информация, публично... Нет, нет, так. Ну, я по личному вопросу там был, это не связано. У меня там же, ну, я же с Харькова, да, там просто работают люди тоже из Харькова. И я там просто с одним товарищем встречался. Мы отправили запрос в МВД с вопросами, с кем на территории министерства встречался бизнесмен Фукс и с какой целью. Публичная информация, которая содержит персональные данные физического лица, оглашается и предоставляется по запросу в форме открытых данных в случае, если физические лица, субъекты данных, персональные данные которых содержатся в форме открытых данных, предоставили свое согласие на распространение таких данных. Департамент коммуникации МВД. Мы спросили непосредственно у парламентария, по какой причине Александр Грановский посещал МВД одновременно с Павлом Фуксом. Никогда с Павлом Фуксом я не был на территории МВД. Я уже не помню точно предмет моих встреч, но при любых обстоятельствах у меня множество оснований быть там. Павел Фукс – бизнесмен, который долгое время прожил в России и заработал там свой солидный капитал. То есть деньги – это важно. Ну, должны быть какие-то еще принципы достижения каких-то целей. Весь свой капитал и бизнес он построил на территории России. Крупнейшим его активом была компания «Мос-Сити Групп», которая строила центр «Москва-Сити». Также ему принадлежало несколько финансовых учреждений на территории России. Два банка. Затем он эти финансовые учреждения продал. На сайте московской строительной компании «Мос-Сити Групп» он до сих пор отмечен как председатель совета директоров. А согласно открытым данным Русского единого государственного реестра юрлиц, является одним из сооснователей компании. Он появился в Украине, насколько я помню, где-то в 2015 году. Тогда впервые я услышал его имя, когда шла речь об импорте угля с территории Донбасса. Будто бы, по утверждениям некоторых источников, он пытался принять участие в этом бизнесе. С того времени в украинских интернет-СМИ «Экономическая правда» и «Лига бизнес-информ» начала появляться информация о покупке Фуксом предприятий на территории Украины. Под его контролем, как утверждают источники на рынке, оказалась компания Golden Derrick, которая принадлежала министру энергетики времен Януковича. Под его контролем также оказалась ДВ и компания Даван, которые контролировали Юрий Бойко и Иван Фурсин. Это партнеры Дмитрия Фирташа. Потом он также зашел в компанию «Укрнефтебурение». Golden Derrick, да. Я просто в Golden Derrick, и мне предлагают там тоже купить какие-то лицензии на разработку. Угу. Но они только сейчас получили документ, оформили их. Угу. Да, я рассматриваю покупку якісь там, да, интересных лицензий, инвестования. То есть вы не акционер этой компании? Нет, конечно. Я вам даю слово, и это вообще бред. В 2015 году схемы зафиксировали, как автомобили, которыми пользуется бизнесмен, заезжали в бизнес-центр, где располагается офис олигарха Игоря Коломойского.
2016 году схемы показали, как бизнесмен прилетел из Харькова вместе с народным депутатом Виталием Хомутинником. Сегодня украинские СМИ, такие как «Лига бизнес-информ» и «Экономическая правда», называют Фукса бизнес-партнером депутата Виталия Хомутинника и олигарха Игоря Коломойского. Хотя и депутат, и бизнесмен опровергают бизнес-связи. Какие-то бизнес-интересы вас связывают? Бизнес-проекты? Нет, таких реальных нет. У меня с ним товарищеские отношения, это в основном связаны с Харьковщиной. Фукс убеждает. Недавно отказался от русского гражданства. Вышел я из гражданства где-то месяцев, наверное, 6 назад или 5. А получил подтверждение о том, что я вышел из него, не помню, недавно буквально, может, месяц назад. По информации наших источников, бизнесмен Фукс мог тайно посещать администрацию президента для того, чтобы обсудить вопрос приватизации Одесского припортового завода. Нет, это не моя тема. А что, администрация президента это решает? Ну, наши источники сообщают, что именно этот вопрос вы могли обсуждать на таком уровне. Пан Михаил, ну это уже не солидно, чуть-чуть такая чушь, да. А я какое отношение имею к Одесскому припортовому заводу? У вас есть компания, которая поставляет газ, а Одесский припортовый завод, насколько я знаю, ищет такие компании, которые... Это неправда. Ни одного раза никто не поставлял, это неправда. Визит Павла Фукса в Министерство внутренних дел, по информации наших источников, мог иметь отношение к Сахалинскому газовому месторождению, которое входит в орбиту интересов соратников партии «Народный фронт» и бизнес-партнера министра внутренних дел Арсена Авакова Игоря Котвицкого. Это не вопрос, который касается Котвицкого. Котвицкого-то я же знаю, уроки в 30, да, но я с ним не застречался. И это не вопрос, который касается газодобывающей отрасли? Ни в коем случае. Совместный перелет народного депутата Хомутинника, бизнесмена Фукса и главы правления частной газодобывающей компании «Укрнафтобурение» Михаила Бакуненко. Источники программы «Схемы» объясняют тем, что акционерами «Укрнефтебурения» через офшорные компании теперь, вероятно, являются олигарх Коломойский, депутат Хомутинник и бизнесмен Фукс. Компания «Укрнефтебурения». Да, Майта, у вас там есть доля? Но я рассматриваю все пытания. По данным издания «Лига Бизнес», сейчас компания «Укрнефтебурение» является одним из крупнейших частных газодобытчиков в Украине, а с 2017 года начала заниматься импортом газа из Европы. Сам бизнесмен опровергает, что имеет в собственности большинство из указанных украинских активов. В то же время не скрывает, что имеет в Украине бизнес-интересы. А в Украине я сегодня маю интерес, потому что... Сегодня здесь очень низко все, понимаете? Сегодня все очень выгодно покупать. Через 2-3 года Украина будет там как европейская страна по стоимости, по цене, понимаете? Всех любых активов, которые есть. Павел Фукс еще раз акцентирует внимание на том, что он не является российским гражданином. Всегда имел украинское гражданство, поскольку родился в Харькове, а в 2015 году получил новый украинский паспорт. Я получил новый паспорт украинский, да, себе в декабре там 15-го года. И у меня было 2 года, чтобы я определился, или я его сдаю, или я сдаю российский. И я в рамках законодательства Украины полностью все выполнил. Я отказался от российского паспорта. Посещал ли администрацию президента в ночь с 5 на 6 декабря? Бизнесмен Фукс так и не вспомнил. Я там не был, да. Меня не было, по-моему, в это время. Кажется, или вы точно знаете? Вы точно это знаете. Просто нам уже ваша позиция. Там в паспорт, пан Михайлов, в паспорте так. Же не ставят штампы. И поэтому я хотел посмотреть в паспорте в загран, но там штампа не стоит. Я могу спросить, кто нам может на машине ездил. Павло Яковлевич. Вы признали, что были в ресторане с Грановским в тот же вечер. Это был тот же вечер. Ну, тобто в одному ресторані ви перебув. Я вам уже казав, ви ж мене питав. Ні, я зрозумів. Могли ли вы быть в ресторане с Грановским и за рубежом одновременно? С Грановским и за кордоном одночасно. Думаю, что точно нет, наверное. То есть вы были в стране и в Киеве? В Киеве. Это было в тот же вечер? Да, это было в тот же вечер. Разница полчаса. Может быть, кстати. Может, и мог. Впервые попав в рейтинг самых богатых украинцев в 2017 году по версии журнала «Фокус», Павел Фукс сразу занял 24-ю позицию. Его состояние оценили в $270 миллионов.
И хотя сам он убеждает, что с депутатом Грановским сотрудничает лишь в социальных проектах, а Министерство внутренних дел посещает якобы по личным вопросам и не помнит, был ли в администрации президента, его громкие приобретения, нынешние и будущие, могут свидетельствовать о реальных связях Павла Фукса. Ведь олигархам в Украине, не имея влиятельных друзей и пропусков, в высокие кабинеты еще не становился никто. На сегодня это все. С вами была программа «Схемы», совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «ЮА Перший». Встретимся ровно через неделю. Удачи!